Привет, YouTube, привет всем. Сегодня я получил на новой почте раму, пришла ко мне. Я сходил на новую почту, получил, проверил. Она была очень хорошо запакованная. Сначала рама запакованная в пленке, потом в кордонке и еще раз в пленке. Я ее на новой почте проверил, сейчас пришел домой. Хочу распаковать, показать вам, что это за рама, как она выглядит. Здесь, получается, в комплекте идут рулевая, рубашки, там всякие переходнички, там, ну, короче, все, что нужно для рамы, получается. Рама, получается, фирмы Conan Doyle, двухподвесная. У нее можно устанавливать в рулевую под специальные переходники, которые здесь идут в комплекте. Под 1,8 вилочку можно поставить на рулевую или конусную. Потом заднее колесо ставится под эксцентрик 9 мм, каретка под резьбу, резьбовая, штырь размер 31,6. Рама, как я уже повторился, Conan Doyle фирмы, очень хорошая, известная. Это еще вроде бы 2009 года или 2010, точно не уверен. И верхние перья вроде бы карбон. Получается, на эту раму была хорошая цена, меня она заинтересовала. Я сразу же заказал ее, потому что мне рама понравилась. В комплекте шел амортизатор. Получается, ну, за такие деньги, то, что я взял, это вообще супер. Рама, получается, написана, ну, на раме написано, что сделана в Америке, USA. Так что смотрите дальше видео, я буду распаковывать. Мне самому интересно посмотреть все внимательно, как сделано. Так что смотрите видео. Все, пока. Ну все, я распаковал раму.
Рамы вот белого цвета с амортизатором Fox. Вот написано «Handmade in USA», сделанная в Америке. Под каретку резьбовую. Тормоза дисковые. Перья очень мощные, такие толстые. Эти потоньше, такие поменьше. А эти такие толстые, хорошие, мощные, вообще классные. И рама абсолютно новая. Все. Ребят, смотрите дальше видео. Может быть, я засниму видео, как я собираю на этой раме новый велосипед. Так что, может, будет новое видео. Так что смотрите дальше. Все, всем пока.